Стартуем. Давай катать. Играем без этот без серии наград, так что хладнокровие. И все с подстволами, да? Классно. Не, за подствол сразу кикаю. РПГ можно взять. RPG. А эти парные. Он хоть и нубский тоже считается такой. А парные M79, они тоже подствольные, да? M79, я не знаю, что это такое. Парные, короче, такие гранатометы такие. Ой, блин, с кем я? Забыл программу запустить. Да, погнали. Откатываем, пацанов, бля. Ой. Гос, Троян, Глюк, нихуя себе у вас команда. Кто сказал? Я сказал. Кто сказал? Охереть, у вас, конечно, команда серьезная. Так. Да ладно. Только это первая кровь. А, кубик со мной. Кнопками разбирался. Ай, лагает. Сзади. Чего лагает, не знаю. Торрент у меня не включен, и ничего не включен. Да я только, я просто игру-то свернул. А, ну только это все, да, так. Ух. Кубик, Рубик. Так. Че у нас? Слушай, ой, куда побежим тогда? Да. Ах ты, блядь. А ты чё такой, монстр СПБ теперь? Монстр СПБ? Это Мишаня. А, мне уже показал, что мистер босс. Не-не-не, я там же. Гандон, отправил вам список, ну, в друзья, блядь, добавиться. Вылезло сейчас сбоку, Гандон, блядь. Пиздец, конечно. Троян, ты не видел, что ли, сзади? Хм. Молодец. Зачем ты сказал ты ему? Мёртвый, не слышит живых. Я не знаю, просто молча играть можно, блин, не серый горит. Не, молча убили, не молча надо играть. Но когда убили, давайте, может быть, не будем подсказывать. Не да, будем. Когда остается один человек. Ну все, теперь я плохой стал, ну все. Ну, я да. бы там снайпера обхитрил, а снайпер тут был. Сука. Вот так. Ах, да опять меня этот гост, блядь, он заебал со всех сторон бегает. Три человека у них на респе, блядь. Сидят в ангаре. Одного снял. Ой, граната! Нифига мне пролетело. Граната. Гост очень опасен, Серег, аккуратно. Ну да, он, да? Он хорошо снайпер, снайперит. Ну, он вообще хорошо играет. Ну, блин, ну чё ты, ну. Оп. Ой, иди. По тебе стрельба. Справа, справа, да, вроде. Он так он же там такой. Ходит, блядь, туда-сюда, слушай. Так же, как и ты, блядь, короче. Да. Ой, подождите. А, все нормально. Вот, блэкаут готов. Остался гост. Снайперок какой-то? Да. Сержант его сейчас убьет. Да вот ты что делаешь? Где он? Ой, сержант! А ты что не стал ему стрелять в спину-то? Я думал, он меня видит. Какой ты я в шумовую начал кидать вообще? Потому что я думал, что он меня сейчас выпалит, поэтому я хотел его глушить. Он спиной к тебе стоял. Я думал, что он... Я же стрелял по нему, я думал, он услышал и смотрит на меня. Не, поэтому он я просто спиной самому. К тебе стоял. Ну а ладно, я не думал, что он спиной стоит. Так видно было. Я не видел его за контейнером. А, ну ладно, бывает. Поэтому кинул шумовую и все, срал. Не люблю ответственность. Ну надо. Тащи давай. Где он? Может обижал, может повосет бомбу, может не знаю его тактику. Он же он ему 18 лет. Сзади тебя. Да, нет, вот. 30 засал. Секунд. Засал, да. Че, на Абу что ли? Да. Б. Б надо ставить, мне кажется. Да, на А ближе. Сейчас на А поставит. Да Б ближе. На Б он ставит. Госты сновит нету в чате. Да. Я на Б ставлю. Ой, Серег, стрёмное место, блять. Да вот он, смотри. Нет. Он подает, да, не поедет. У тебя ЦМ патронки, да? Конечно. Отлично. Хорошо. Дай-ка я возьму снайперку, сейчас здесь надо. Даня, привет. Я его знаю просто.
Смерть. Эх. Как ты? Это не знак вопроса, да? Это просто как ты, блядь. Готов? О. Снайпер, что ли, тоже был? Ну да. Да ладно, Троян, ты чё? Ой, 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 ой. Ой-ой-ой. Сержант, ты что творишь? Блин. Не отвлекайте сержанта. Он поставил точку высадки. Он хитрец. Глушилку кинь. Типа один патрон. Вообще изи глюк. Это тактика, понимаешь? Что-то просто взяли, раскатали, блядь. Таким образом я узнаю, где они. Как называется тактика? Кога, нормально. Я понял тебя. А у нас кто-то, кстати, Когана отсюда из конфы вообще убрали. Чего? Не знаю. Да он сам, наверное, не заходит. Ну, может быть. А чек на спаун-то сходить к ним, лол. У нас защита. Вообще физика катаем, тайм. Блин, да. Хотим так, хотим эдак. У Трояна пин, конечно. Слушай, вообще. Может вторую руку подключить, заодно играть как-то. Интересно уже. Я не знаю, я сейчас возьму класс такой издевательский немножко. Сейчас пау. 8-3. Я АФК, меня кот отвлекает. Этот у меня, не могу. Ну, вот, теперь мы выиграем. Да, меня-то убили. А не, глюк что-то у них не топовый. Что-то их пятеро, наверное, шестеро. Ну, глюк еще просто тоже не разыгрался, наверное. Троян. Да я видел, что он там был, просто не пойму где пока. Во. Там еще снайпер Вау. Один был. А, смотрит, сидит. ГОСТ. За газели был кубик. Я его убил. Я тебе все расскажу сейчас. А где Серега, не знаю. Опа. У меня кубик залагал. А, нет, все нормально. Это ты лагаешь. Угу. Пинг нормальный. Давай, Сереги, уж договоритесь как-то. На ножах там. Один из нас сегодня умрет. Даже я кубика видел. Кубика видел. Ты слышишь? Ты должен слышать его кубик. Как ты вот это не видел? Спасибо. Нормально. О, Витёк. У них ГОСТ уже старается. Так у них ГОСТ не то что старается, он лидер, блин. У них Троян, у него пинг, видишь какой? Жесткий. Разыграться надо. Ну, да. Меня уже подпусывают. Кубик, не шлисти. Откуда, откуда, Миша? Внизу, внизу лежит он. Ах ты! Фу, макросник, фу! Глюк! Да ты чё, ты вообще вообще, ты вообще... По макросами воняет что-то. Витюльку получили? Вообще с фалок с автоматом херачит. Да-да-да, пластиты хорошо кинул. Благодарю. Макросик вообще. Второму хэт нормально зарядил. Профессионал вообще. Как у них бомбанули пуканы-то. Прям я запах почувствовал. Воспылали. Ну, так и ладно. Надо тащить, пацаны. Если не идет, придется макрос использовать. Ладно. Ладно. Беру снайперку. СК, смотри, как молодец. 0.6 идет. Стабильно. Главное, стабильно. Стабильность самое главное в этой жизни. Никто не вышел со мной снайпериться. Да ладно, нет. Глюк! Прекрати. Тихо.
Да. Отдачи даже нет. А, ну у него-то нету. Да. Слушай, ну сейчас. Я сейчас подключусь. Я сейчас, да? Я сейчас. А где он сидит-то, ему? В здании, что ли? Угу. На этой, на вышке. Я бы поранил. Да-да-да. Попал его. Да я его видел уже здесь. Я просто специально отошел, думал, он выбежит за мной. Он тоже меня спалил. Нормально, тащим потихонечку. Угу. Не выходит снайпера сюда, боятся уже. Че так, да? Сука. Он там! Вот он! Я снайпер, да, не убрал. Угу. Блин, зачем ты мне пистолет-то оставил? Я хотел. Осталось макросника убрать. А, убрали его. Убрали. Убрали макросника. Все сделано уже. Так да он мне оставил, ты пистолет. Да не, я убрал просто давно уже. Да, я тебе пистолет оставил. Обломись. Ладно, чё. Мне так. Пофиг. Где-то вот здесь... Ой, блядь, как я испугался, а! Фу, эх, как он, блядь, резко вышел. Так, где второй? Где-то на возле Б был. Второй в... Бон, вон, справа. Вижу, вижу. А, мы ведь не... Он нас слышит. Не... А, нет, он нас не слышит. А, как так? Я живу. Там бомба стоял. А, я его ранил с этого, со снайперки. Вот смотри, ранил, он сейчас прям откинет. Ранил, да, сработало. Офигеть. Бам, блядь, его, смотри, как он... Как хитмарк, прям в сердце, да, выстрелил, блин? Нет, по-моему, бессердечный. В левый, короче, бок. Ой! Там, да, зевать нельзя. Что вообще выстрелил это вверх, убил меня. Так у него пинг, смотри, он с Сибири с нами играет. Да. Троян, чего молчишь, кстати? О, босс, он там. Покросник этот. О, Мишаня, че так? Че так? Я знаю, что это где. Да ладно. Шутку жучу. Такой сразу поверил, да? Да, если. Да что-то как спалили-то, не палился. Вообще без палева. Ну так видно же. Я бы его не увидел. Бомба. Ну блин. Ты и переворачиваешься чаще, чем все. Невозможно увидеть. Невозможно было увидеть. Я кидал эту слеповую. Я кидал. Мне первый раз. О, ой, идет. Где ты там идешь? Выходи давай из сумрака. Слышу, где-то стреляют уже. Та-та-та-та. Ай, хорошо, его зарезали. Потому что я его чуть-чуть ранил. Глюка. Слушайте, очень... это... Ну, может быть, слейте ним, кубик, не старайся. Да, только с ножа убивай. С ножа? Да. Сержант, тоже только с ножа, давай. А, тебя убили. Не, не убили. В смысле убили? Давай только с ножа, дадим шансы. Не стреляй. Ну ты изи, конечно, блин. Ладно, на следующей карте повезет. О, отличился один день. Следующая карта фавела будет, автораспределение, жмем также. Дайте только эту фавел, фавел. Люха, ты идешь? Мне нужно кое-что сделать. Люха сейчас идет, наверное, да? Нам как раз, чтобы 6 на 6 было, гриль. Я тоже скоро. Щадь, давайте фавелу, потом с кедров я пойду. Окей. Чтобы все было счастливо. Сейчас.